Приветствую вас в этой аудиосистеме приглашений на вебинар «Близнецовые пламена». На 8-м уровне плотности душ вы являетесь цельными существами. В вас есть все, и мужская, и женская часть. Это и есть близнецовые пламена. Чем больше планета входит в новую фазу, тем чаще наблюдаются встречи близнецовых душ. Многих людей шокирует это, и они не знают, что с этим делать. При спуске в реальность третьего измерения одна душа разделяется на два аспекта — мужское и женское. Одно из них является пламенем Альфа, другое — Омега. Оба пламени воплощаются, чтобы проживать жизни, разделенными друг с другом, и наработать как можно больше опыта. Но они всегда на каком-то уровне подсознания знают о потере аспекта себя. Также на глубинных уровнях своих душ они знают, как распознать свое близнецовое пламя. Именно поэтому так важно быть готовыми к этой судьбоносной встрече и не пропустить ее. Когда встречаются близнецовые души, происходит интенсивный процесс запуска золотой восьмерки, совместной спирали. Это приводит к сильным трансформациям и интенсивным перестройкам. Это слияние запускает ваше ДНК и ускоряет мощные процессы во всех ваших телах. Такая встреча может превратить вашу жизнь в настоящее волшебство любви или наоборот. Ваши отношения могут быть очень сложными вплоть до боли. Именно поэтому важно быть готовыми к такой встрече и стать целостными внутри самих себя. Программе вебинара. Какие это души близнецовые пламена? Почему необходима огромная внутренняя работа над собой? Как очистить кармические каналы связи? Как снимать негативные программы, разделяющие вас? Как гармонизировать отношения близнецовых пламен, если вы уже встретились и на пути есть препятствия? Пробуждение единства с вашим пламенем, которое вы всегда разделяли. Как вернуть и единство с Источником. Как прекратить развитие эгоизма? Как распознать, что вы встретили именно близнецовое пламя, а не кармического партнера или родственную душу? Как притянуть свое близнецовое пламя и слиться с ним на верхних планах божественного сознания? Какие невероятные перспективы открываются перед вами, когда вы встречаете свое близнецовое пламя? Парная миссия близнецовых пламен. Служение мужчины и женщины нового времени в потоке любви. Также будет проведена медитация, и вы получите огромное количество и другой полезной информации, которая будет касаться отношений, любви, гармонизации, слияния с Источником и Вознесения. Чтобы зарегистрироваться на вебинар, напишите на почту, указанную под видео.